Вот такие птички у нас вот в Новосибирске летают. Почему же меня не огорчает такая пасмурная, холодная, мокрая, дождливая погода? Потому что этот свет внутри меня, он сияет, несмотря на тучи над моей головой и капельки дождя на моей куртке. Этот свет, он продолжает сиять, греть, согревать меня и вас. Пока я в Новосибирске, мне не надоедает сюда приходить. Я сделаю еще 10, еще 100, еще 1000 видео возле оперного театра и возле часовни. Потому что это абсолютно уникальные места. Нечто есть такое неосязаемое, да? Что-то такое, что не передать словами. Лавочка. Она уже не окрашена, но будет мокрая жопа. Но она потом высохнет, правда? Зато можно попробовать поговорить кое с кем. Сейчас попробую. Тоже какие-то птички летают. Интересно, она слышит, нет, меня? Потому что я, например, не слышу голос. Но иногда что-то я чувствую. Пока только это все ограничивается пятым измерением. А в третьем измерении я ощущаю холод. Дождь. Блин, красиво. Красиво, сюрреалистичная такая картина, я бы сказал.
Ну нет, не сильно красные. Но они прям замерзли пальцы. 2 градуса тепла. Снег. О! На месте. Эта штучка. Вот такие птички летают в Новосибирске. И вот такой снег тут идет. 2 мая, 2 градуса тепла. Ну, блин. Чуть было не начал я грустить. Не хочу грустить. Пойду. Сейчас, как Артём пришлёт мне, я опубликую песню про Иисуса Христа. Сегодня. Надеюсь, он мне пришлёт её. Он вчера мне уже её прислал, но там микроправку надо было внести, он её не успел. Сегодня как несёт, так я её опубликую. Вот. Я в моменте, я конкретно в моменте. Все, пока.